Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня 16 октября 2022 года. У меня поспел драгонфрут. Я решил его сорвать и попробовать на вкус. Я его сорвал, сейчас мы взвесим его, посмотрим, сколько весит плод. Ну, приблизительно 376 граммов. Сейчас я попробую разделить плод пополам. Он очень легко режется. И вот долгожданная наш плод драгонфрут. Я его на вкус попробую. По вкусу он сладкий. Попробовал я плод на вкус, и мое первое впечатление, то, что мне понравилось, плод сладкий. Второе, у него сочная мякоть, а по вкусу, не знаю, люди согласятся со мной, не согласятся, кто именно пробовал спелый плод. Он напоминает вкус нашей обыкновенной свеклы. Но я заранее прошу извинения, если я ошибся по вкусу. Я буду считать, что для меня сегодня удачный день. Все знают, что из такой маленькой семени вырастет драгонфрут. Это нужно приблизительно несколько лет, чтобы добиться вот такого большого растения. На этом все. Я желаю всем удачи, всего хорошего. Большое спасибо.